9-летний Рома Андрианов искренне верит в Деда Мороза. Мечтает снова встретиться с бородатым волшебником на новогодней елке в Центральном дворце культуры. Чтобы обратить на себя внимание и понравиться Морозу, на праздник пришел в костюме тигра. Я готовил дома праздничные вкусняшки. Новогодние яркие шарики на елку. Нарядился специально. Так, естественно, он верит в Деда Мороза, как и все мы. Каждый год депутаты городского округа Щелково приглашают на новогоднюю елку детей из самых разных социальных групп. На этот раз ребята с головой окунулись в сказку, как гномик Вася Новый год выручал. 350 детей собралось на новогодней елке в Центральном дворце культуры Щелково. Большой праздник, и дети загадывают самое главное желание, чтобы у них обязательно сбылось все то, что они загадали Деда Мороза. С Новым годом! Но не всем героям нужен праздник. Баба Яга и Леший на глазах у ребят придумали коварный план по захвату Нового года. Слушай мою команду. Давай срубим их ёлку. Точно, вот эту. Вот, да. Срубим. И Нового года не будет. Не будет. На помощь дети позвали самого известного и любимого новогоднего героя. Спасает Новый год не сказочная сила, а дружба, которая, как известно, рождается в детстве. В знак искренней дружбы дети заводят большой хоровод. Доволен? Да. Все сам съешь, один? Нет. Нет? С родителями поделюсь. В предновогодние и рождественские дни на депутатских елках побывает более 3500 детей. На одного депутата по 150 приглашений и подарков в честь 2020 года. Михаил Налетов, Александр Аржевский, Щелковское телевидение.